Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстун, и сегодня мы бросим первый взгляд на игру по названию Mine Survival. Коснитесь, давай. Пусть она потрогает, раз они хотят, то мы коснемся. Ну что, ребят, начинаем, как всегда, с новой игры. Вначале, наверное, изи, да, мы все-таки новички, мы не шарим чё куда, поэтому начнем с изича. И по нарастающей, да, потом там normal, hard и так далее. Эй, вы меня слышите? Из-за этого инцидента, кажется, вы где-то изолированы. Возможно, там небезопасно. Поверь мне и следуй моим словам с этого момента. Сырое мясо должно быть приготовлено на гриле. Вам понадобится костер. Вода загрязнена, поэтому обязательно выпивайте очищенную воду. Вам понадобится очиститель воды. Тогда, когда температура падает, вы должны согревать свое тело. Вам нужен огонь, не так ли? И даже если я не объясню о походе в туалет, надеюсь, вы добьетесь успеха. Существует 4 метода лечения. Так, это что, бинты, аптечки, какая-то башня, я не знаю, госпиталь, еда, вода. Обязательно исцелите себя, когда почувствуете боль. Ночью становится очень опасно. Всегда проверяйте свои часы. Когда стрелка достигает синей секции, начинается ночь. Подготовьте огонь до ночи. Гаечный ключ – очень полезный инструмент для ремонта зданий. Не забудьте остаться в живых, пока мы не отправимся спасти вас. Ну, тогда удачи. Похоже, мне надо будет, ребята, какое-то время выживать, да? Типа survival у нас. Какое-то время надо будет прожить, а потом, наверное, придет помощь. Но это не точно. Чё тут свинья какая-то бегает? Меня мучает голод, меня мучает... Так, паука, давай, паучье мясо будем сейчас есть. Если живы, останемся. Ты помер 4 дня. Так. Ладно, я понял. Давай это. Все фигня, давай заново, ребят. Ну а куда деваться? Выживание, оно такое жестокое. А, погоди, я здесь же очнусь? А, ну как бы нет. Мои постройки все пропали. Свинью, я думаю, да, надо бить. Она по 20-ке снимает. Ну-ка. Со свиньей надо так, короче, я понял. Подошел, ударил, отбежал. Так, ладно, у нас есть мясо. У нас есть мясо и есть кожа. Мы теперь хотя бы больше знаем, да? Мы уже как бы научены опытом. Мы сейчас, наверное, лучше будем понимать, что нам нужно вначале. Вначале нам нужно 5 древесина на то, чтобы сделать топорик. А, ну и нам нужно будет этот верстак, да? Верстак, я не помню, что нужно. Нужен каменный верстак? Верстак уже можем крафтить. Окей. И сейчас сразу это. Сразу, чтобы время меньше тратить, сразу бьем древесину на этот, на первый топор. Поначалу у нас есть небольшой запас прочности. Ну, то есть у нас есть... Мы пока что сыты, мы не хотим пить, есть. Это очень хорошо. Какое-то время проживем. Так, верстак также с угла поставлю. Так, давай что, давай топор. Сразу сейчас с топором. Так, погоди. Бэмби, иди сюда. Блин, он, наверное, живучий. Ладно, мы его так запаримся сейчас бегать за ним. Сразу сейчас рубим несколько деревьев. И я думаю, это нам надо, знаете, как сделать? Нам нужно, как только топор уже будет почти ломаться, наверное, как-то так, хлоп, и мы перестаем бить деревья, а улучшаем топор за счет камня. Но мы сейчас как раз заодно все равно дерево набьем. Дерева тут много надо. То есть мы сейчас набьем впрок. А потом будем улучшать топор. И как раз из этой всей древесины мы сейчас скрафтим еще там кирку, пойдем камня накопаем и так далее, все, что нам нужно. А, да, и у нас скоро ночь, да, уже? Ну, хотя ладно, еще пока не так скоро. Можно, есть еще какое-то время, я про то, что уже там костер надо и прочее. Так, что нам нужно? Нам нужна кирка, нам нужен меч. И теперь с киркой мы пошли добывать все, что это. Древесина еще есть, то есть мы пошли добывать... Камень, глину, короче, я не знаю, песок, уголь, вот это все.
Короче, все кучки, которые рядом видим, сразу собираем. Я не знаю, могут ли здесь появляться новые ресурсы. Ну, как бы, если мы сейчас все расчистим вокруг, нам надо будет просто дальше бегать от базы. Или, как бы, или оно будет появляться через какое-то время новое. Камня нам тоже сейчас много нужно будет, чтобы улучшить все инструменты. Давай, ломай, что за такое прочное фигня. Так, ну и уголь. Угля однозначно очень надо. Я надеюсь, сейчас кирка не сломается. Давайте это, давайте уже. Я боюсь, что она сломается. Я не хочу лишний раз как бы тратить древесину. Давайте добьем с руки. Так, отлично, пойдемте. Нам наверняка сейчас нужно что-нибудь покрафтить, что-нибудь поделать. Первое, что нам нужно скрафтить, вообще это костер, ребята. Сейчас ночь будет. Костер есть. Бутылка нужна. Бутылка есть. Потом инструменты надо улучшить. Давайте улучшим. Давайте меч улучшим. А, хотя ладно. Ну ладно. Улучшим. Улучшаем меч. Улучшаем кирку. И улучшаем топор. И видите, они становятся максимально прочные. Дальше уже надо будет железо добывать, чтобы все инструменты я предлагаю сразу на панели выложить. Как бы то, что, чем мы пользуемся в первую очередь. Так, а, погоди, где наш костер, черт побери? Костер давайте вот здесь, рядом с рекой, установим. Все, мы согреваемся, все в порядке, нам не холодно. Вот этот значок, это, наверное, то, что ему холодно, что он хочет согреться, мне так кажется. Курочка, иди сюда. Отлично, яичко. А могу я яичко приготовить на костре? Так, что у меня там еще мясо было? Давайте тоже, чтобы время не тратить. Сейчас мы мясо приготовим на костре. Но мне кажется, у нас вот второе прохождение уже гораздо лучше идет, чем первое. Мы уже примерно представляем, что мы хотим от этой жизни. Туалет хочу, опреснители хочу, дерево, уголь, железо. Короче, знаете, что я хочу? Я просто хочу дождаться дня и пойти максимально эффективно подобывать всякие там камень, ну, как бы камень, железо и прочее. У нас есть кирка, нам нужно много вот этого всего добыть. Вот это, наверное, тоже соберем. Это нам хоть как-то можно покушать. Даже, наверное, прямо сейчас и съедим. Так, смотрите, грибы. Здоровье 130. Нормально как бы. Здоровье не портится от грибов. Хотя, может быть, грибы бывают разные. Может быть, есть и не очень полезные. Погоди, зайчик, 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 стой. Зайчик, стой. Нам бы лук какой-нибудь. Ладно, зайчик, убегай. Надо было сразу к нему подходить. Как бы это, навозить. Но вот олень, сможем мы справиться с оленем с помощью уже каменного меча? Вот два удара и все, и он убегает. Его потом, наверное, запаришься догонять. Стой, 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 олененок, остановись. Я, знаешь, я еще боюсь заблудиться, потом не найти дороги домой. Ну и долго ты будешь бегать? Ладно, это, наверное, знаете, это слишком, ну, как бы, слишком геморройное занятие, бегать за оленями. В том плане, что, скорее всего, нужно просто оружие получше, там какой-нибудь лук или, ну, может быть, хотя бы меч попрочнее. Так, вот это давай просто соберем, да, древесина же не пропадет. Это как все равно, что с руки, наверное, бить. Сейчас, короче, моя задача собрать много угля, железа, вот этого всего, чтобы прийти домой и накрафтить всякого разного. И инструменты нам надо прокачать. В первую очередь надо будет кирку прокачать, иначе она сломается. И придется заново все крафтить. Деревянную, потом каменную. Уже, наверное, можно ее качать.
Вот, давай белку убьем. Вот белку-то мы справимся. Так, с белкой справились, отлично. Так, что делаем, ребят? Делаем опреснитель делаем. Бутылка у нас уже есть, сейчас водички напьемся. На туалет нам чего-то не хватает. Так, ладно, инструмент, кирку улучшаем. Что, не можем? Нету, что ли? Не набили? А, погоди, это серебряное. А где железное? Нету, да, тут такого, как... Тут серебряная кирка. А, погоди, нет, вот железная кирка. 5 железа надо, а у нас что? У нас 8 серебра, а железа вообще нету. Это мы серебро добывали. Нам надо железо где-то найти, ребят. Так, это очень плохо, потому что эта кирка уже почти сломалась. Я скрафчу на всякий случай деревянную. Сейчас мы пока что с деревянной побегаем, чтобы не ломать ту, которая у нас есть. Нам нужно железо найти. Вот это, по-моему, это глина, да? Так, ладно, давай копнем, узнаем. Ну это да, это... А, нет, погоди, это железо. Окей, нам нужно еще одно такое железную эту найти. И будет нам счастье. Так, вот это я понял, это серебро. Нам нужно железо. Песок вроде тоже нужен. Давай, ночь уже близко. Я что, не успею найти железо? Да, так, давай кролика хотя бы. Да блин, ты можешь... Что с этим, кстати, делать? Мне нужно быть осторожным. Ладно, пойдемте домой. Но там вообще, там может какой-нибудь призрак выбраться вообще. Ну что, это же могила, расхититель могил. Так, я предлагаю, пока у нас тут ничего не происходит, поставить... Так, нифига себе, ничего не происходит. Нам надо было на самом деле баррикаду слева поставить. Ладно, сейчас мы поставим опреснитель здесь. Пока что начнем помаленьку воду таскать. Так, там, похоже, где-то в наши эти шипы уже долбятся, товарищи. А мы пока что начнем пить воду. Как раз, чтобы это, знаете, время не терять, пока ночь. Когда-то это надо делать, лучше я... Лучше знаете, что я? Лучше я скрафчу-ка сейчас один частокольчик. У нас, в принципе, я могу даже 3 скрафтить. Но я думаю, мне пока что одного хватит. Я его куда-нибудь вот сюда поставлю. И все будут на него отвлекаться, эти хомяки. А мы будем спокойно... Ну и знаете, наверное, еще один надо сразу скрафтить частокольчик. Куда-нибудь вот здесь справа поставить. Они как бы на них отвлекаются, да, и не бьют наши постройки. А мы спокойно тем временем занимаемся добычей воды. Так, вода, вода, вода. Да-да-да, нам нужна вода. Так, ну что, мне кажется, второй раз мы сейчас гораздо успешнее идем, чем в первый. У нас как бы и с едой более-менее... Я постоянно костер боюсь, но, по-моему, на него хоть стоять можно, ничего страшного. Да, мы ничего не теряем. Но в целом у нас как бы ситуация не самая прикольная. Мы здоровье теряем, ребят. Я не знаю, где мы его... Что, нам хомяки столько надамажили? Сто сорок четыре. Так, мы наелись. Нам нужно туалет, на самом деле, построить сейчас. Для туалета? А что не хватает для туалета? А железа не хватает. Хотя не, погоди, железа есть. Камня, что ли, не хватает? Камень есть. Дерево. Нам не хватает дерева, ребят. Мы все дерево перевели на эти, на баррикады. Так, ладно, дерево не проблема. Дерево мы сейчас добудем. О, смотрите, плодовое дерево. Это, наверное, и древесина, и еда сразу. Яблоки. Наверное, лучше все печь, да? Будем печеные яблоки есть.
Вон тут еще кустик ягодный. А, ну и трава, я помню, да, что нам куда-то нужна была трава, поэтому давайте сразу ее тут соберем мимоходом. Она явно там где-то нам пригодится, насколько мы помним. Цветочки эти, я не знаю, что за цветочки, давай тоже соберем. Может, лекарственные растения. Так, теперь, наверное, должно хватать, да, на крафт? Туалет делаем, а то у меня... О, у нас есть какая-то фабрика. Но с фабрикой мы, наверное, разберемся позже, что это у нас там за фабрика. Так, туалет давай вот сюда. Ну, туалет мне, кстати, не срочно нужен, у меня все нормально в этом плане. Вот что нам нужно, так это, наверное, попить. Ладно, пить мы, наверное, будем ночью. Как раз, когда там больше нечем заняться. А сейчас... Давайте, наверное, это, древесину и всякие там... Железо нам нужно, вот что нам надо сейчас. Я предлагаю просто идти и собирать все в подряд, что попадается под руку. Что у нас здесь? Здесь у нас столбик, который дает всякие полезности, если посмотреть рекламу. У нас тут еще какой-то сундучевский есть. А, смотрите, я даже отхиливаюсь. Неплохо. И здесь у нас еще аптечка. Слушайте, эти сундуки выгодно. Могилы, если честно, я не знаю, ребята. Я не хочу вот просто сейчас бить могилу. Я боюсь. То есть я боюсь, что я ее могу побить. Оттуда вылезет какой-нибудь призрак, меня убьет и все. Опять начиная сначала. Поэтому давайте мы поступим следующим образом. Мне вообще, в принципе, кажется, что мы сегодня неплохо справляемся. Но у нас уже ночь на носу, пора это, держаться ближе к базе. Я думаю, давайте мы на этом закончим наше видео, а вы мне, ребята, в комментариях напишите, кто уже играл, что в этих могилах. Стоит ли их раскапывать или нет? Может быть, страшно, может быть, там, ну, ничего хорошего, кроме каких-нибудь призраков. Хочешь пить? Сейчас будет ночь, будем пить. А вообще здесь можно сохраниться, ребят? Ну, как бы, я сейчас собираюсь выходить. Как, он сохранит нашу игру? Та-та-та. Ну, как бы, вот... Мы как бы сохраняемся, да, и выходим в меню. Ладно, давайте, ребят, продолжим в следующей серии. На этом у меня все. С вами был 191. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, да, ставьте лайки. До новых встреч.